Привет, друзья! Хочу поделиться некоторой информацией с вами. Занимаясь созданием контента для канала и монтажом видео, я понял, что это требует значительных временных и энергетических затрат, а порой не хватает внутренней мотивации. Решил внести некоторые изменения в собственную мотивацию. И хотя пока не знаю, что из этого получится, я решил попробовать. Сегодняшним днем принято решение включить на канале функцию спонсорства. Думаю, многие из вас уже знакомы с этой опцией и знают, как она работает. Поэтому сразу перейду к самому главному. Описание уровней спонсорства. Будут доступны три уровня. Седан, кроссовер и лимузин. Первые два уровня будут предоставлять стандартный набор бонусов от YouTube. На уровне лимузин я буду публиковать видео с мелкими ремонтами, обзорами проблем, возникающих при ремонте автомобиля. Количество бонусов на этом уровне может увеличиваться в зависимости от актуальности и потребностей аудитории. Поэтому приглашаю вас стать спонсорами и поддержать развитие канала. А сейчас переходим к очередному ролику о ремонте автомобиля. Итак, Tesla Y уже у меня в мастерской. Ну что, посмотрим, какая работа мне предстоит. С передом работы немного. Поменять поврежденные детали и подшаманить капот, выставить зазоры. С задней частью куда все хуже. Надо поменять крышку багажника, бампер и заднюю панель. Больше мне деталей не дали, остальные придется равнять. Итак, начнем. Первым делом я заменю крышку багажника, разберу салон сзади и установлю машину на стапель. Итак, машина разобрана и установлена на стапель. Сначала вытягиваю заднюю часть.
вытяжкой я закончил. Теперь удаляю поврежденные детали и детали, которые я не смог удалить раньше. Поврежденные части удалил, теперь мне их надо отровнять. Теперь подровняю несколько деталей на машине и затем начну сваривать. Итак, все подготовлено к сварочным работам, и теперь все отрихтованные детали устанавливаю и свариваю.
Итак, наконец-то закончил сварочные работы. Загрунтовал все грунтом с цинком. Теперь установлю детали задней части и проверю зазоры. Заднюю часть я закончил, теперь осталось подшабанить передок. Здесь мне надо заменить поврежденные детали и выставить зазоры. Передком я закончил. Теперь машину увозят на покраску.
Итак, через 5 дней машину привезли с покраски. Красили только заднюю панель и передний бампер. Вмятины на задних крыльях владелец будет исправлять при помощи ПДР. А мне осталось ее только собрать. Ремонт этой машины закончен. На этот ремонт ушло 74 часа моя работа и 5 дней покраска. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь, чтобы увидеть новые видео. Пока!